Окончание учебы по программе MBA и pre-MBA отметили первые выпускники корпоративного университета холдинга BI Group. Учебный центр открылся в сентябре 2012 года. Идея его создания родилась намного раньше. Руководство холдинга уверено, чтобы расти, развиваться и оставаться ведущей компанией на рынке, нужно не только пользоваться инновационными технологиями, но и вкладывать в знания своих специалистов. С первыми ласточками познакомилась моя коллега Жанар Барлыбаева. Корпоративный университет по опыту международных компаний обучает сотрудников всех уровней по усиленной программе MBA. Студенты повышают свои профессиональные компетенции без отрыва от производства. И в течение полутора лет они учились ежемесячно, они работали, они развивались, они выполняли домашние задания, они исследовали проблемы компании. Это лучшие из лучших, те, на которых ставится ставка, это PM, руководители проектов. Самая первая плеяда, кто пошли учиться на программу MBA. Отличник обучения! И вот он, заветный диплом. Среди первых и руководитель проектов Светлана Бойко. Из 32 лет стажа в строительстве 7 работает в BI Group. Опытному специалисту, под чьим началом возведено в столице несколько крупных объектов, казалось, что уже учиться нечему, но нет предела профессионализму. По-другому смотрю сейчас на свою работу, на коллектив, на отношение к людям. Это вообще все отрасли. Это и производство, это отношение к своему персоналу, это и маркетинг, это все. Обзор у меня вообще увеличился. Студенты проходят и зарубежные стажировки в США, Германии, Корее, Японии. Но учебные программы тесно связаны с текущими задачами собственного предприятия. Привлекая ведущих отечественных и зарубежных бизнес-педагогов, холдинг обеспечивает себя квалифицированными кадрами международного уровня. Мы инвестируем в знания наших людей. Опять же, да, кризисы приходят, уходят, а знания остаются. И именно те люди, те топы, которые максимально подготовлены преодолению решения бизнес-задач, это и есть конкурентное преимущество. Мы считаем, это самые главные инвестиции, самые правильные инвестиции. Первый выпуск MBA составил 40 человек, а pre-MBA более 100. Цифры впечатляющие. Но для почти 8-тысячного коллектива крупнейшей строительной компании страны вполне обоснованные. Жанар Барлыбаева, Баглан Жангозин, телеканал «Астана».